В отношении белоруса, который пытался незаконно вывести из страны 88 тысяч долларов США, Брестская таможня возбудила уголовное дело. 39-летний белорус пытался незаконно вывести из Беларуси более 88 тысяч долларов США путем дробления и раздачи между пассажирами, тоже белорусами, своего транспортного средства. Для пересечения границы граждане выбрали зеленый коридор, рассчитывая, что их действия признают законными, так как у каждого до 10 тысяч долларов США. Его схему разоблачили брестские таможенники при проведении таможенного контроля и последующих мероприятий. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 14, части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Республики Беларусь. В Брестской таможне в этом году уже выявлено порядка 115 фактов незаконного перемещения через белорусско-польскую границу наличных денежных средств на общую сумму более 1 миллиона долларов США в эквиваленте. В 6 случаях возбуждены уголовные дела. Напоминаем гражданам, что перемещаемые через границу наличные денежные средства на сумму свыше 10 тысяч долларов США в эквиваленте подлежат письменному декларированию. При перемещении незадекларированных денежных средств в размере, превышающем в эквиваленте 30 тысяч долларов США, в соответствии с частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Республики Беларусь, предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа или ограничения свободы на срок от 2 до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.